По словам Дарьи Сунцовой, яркая атрибутика юнармии для нее не просто возможность выделиться своим беретом, на котором расположена кокарда с орлом и звездой, она невероятно гордится. Ярко-красная форма ее мотивирует. Я когда вижу эту форму, и когда я стою в этой форме, я понимаю то, что Даша надо, Даша, соберись, Даша, у тебя все получится. То есть, ну, когда я надеваю эту форму, это гордость, я испытываю гордость, то, что я сейчас стою в этой форме, и все получится обязательно. Слово «армия» для Дарьи не пустой звук. Глядя на своего отца, который отдал службе в вооруженных силах много лет, она тоже решила связать свое будущее с этой нелегкой для женщины профессией. Я свою жизнь тоже решила связать либо с МВД, либо с МЧС, либо с военным. То есть сейчас я, по крайней мере, у меня планы и настрой на МЧС. То есть я хочу отучиться и поехать в Иваново, поступить в МЧС и дальше расти. Как и прежде, в зале молодежного центра собрались будущие призывники, их родные и близкие. В форме интерактивного концерта ребятам рассказывали о тех родах войск, в которых им предстоит служить, о долге перед страной и широких карьерных возможностях, которые открывает для них служба в армии. По словам заместителя военного комиссара Сарова Владислава Метлякова, даже несмотря на то, что служить ребята будут всего год, это сделает из них настоящих мужчин. Я думаю, год вполне достаточно для того, чтобы молодой человек понял, что такое служба, сформировался как мужчина, смог отвечать за свои решения, которые он будет принимать, мог работать в коллективе, в частности, в замкнутом, скажем так, коллективе, и мог отвечать за свои поступки. Всего в весенний призыв СРО отправится проходить службу около 50 молодых людей. И каждый раз, поднимаясь на сцену для напутственного слова, представители духовенства, ветераны и офицеры Саровской дивизии напоминали ребятам, что необходимо с честью нести гордое звание солдата и знать, что дома их с нетерпением ждут родные и близкие. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.